Если вы с кем-то там, ты хочешь поздороваться, они не протягивают руку. Я такого вообще не видел никогда. Нет, они протягивают руку. Че, блядь, это где такое? Кто это? Что это за люди такие? Я таких не видел, ничего не могу сказать про это. Хуйта какая-то. Я не протягиваю, да. Потому что, блядь, иду по улице. Прям каждый, блядь, хуй, вышедший из туалета, блядь, вытеревший жопу там, блядь, рукой своей, протягивает мне руку на улице. Нахуя мне это надо? Я не протягиваю. Что это вообще люди непонятные, незнакомые, черти какие-то, блядь, непонятно откуда вылезшие, блядь. Поэтому я не подаю часто руку. Ну а ты-то где? Что? Я известный человек, поэтому ко мне и летят все в засос. Меня хотят поцеловать, нахуй. Мужики, блядь, едешь в метро, где и в этом, по эскалатору, где в магазине. Я тёлок понимаю, на которых мужики смотрят, потому что на меня смотрят точно так же, как и на тёлку. Такие взгляды кидают, как будто они меня выебать хотят, реально. Сейчас покажу. Вот такие, да, вот такие взгляды кидают мне мужики. Охуеть можно. Никто не уважает. Это разве уважение, когда человек подходит и говорит, можно с вами, можно разыграться? Ты говоришь, нет, не хочу. Ну, пожалуйста, ну что? И дальше начинает приставать. Какое нахуй уважение? Или ты фотографируешься с ними, и тебе говорят, а без очков можете? Понимаешь, люди те, к тебе относятся как просто к памятнику, блядь. Какому-то какой-то хуйне на улице стоящей. Это не уважение. Это, наоборот, пренебрежение. Хочется таким въебать сразу. 90% кто хотят со мной сфотографироваться, это, блядь, просто отребье, чмо ебаное, которое тебя не уважает. И я их не уважаю. Я выбираю, я фотографируюсь только с теми, кто тебя действительно уважает. В основном это молодые ребята. Молодые девочки и мальчики. До 20 лет. Вот они все очень вежливые, прикольные, тактичные. У них нет этого хамства, блядь. А это все быдло, блядь, непонятно нахуй. Которые геройские эти фильмы смотрят мои. Думаешь, они геройские, они хуета, не геройские, блядь. Про больных людей, ёпта, кино, где я с автоматом бегаю в руках. Это все фильмы про больного человека, потерянного в жизни, несчастного.